Всем привет, с вами Нист. Теперь я буду говорить с вами таким голосом. Сегодня я покажу вам несколько механических клавиатур с AliExpress, которые не стоят так дорого, как в магазинах DNS и т.д. и т.п. Вы ведь этого хотите? Да? Первая клава — это Metal Zero. Сейчас на нее действует скидка. Ее можно купить за 1600 рублей. Так что держите, это самая дешевая механическая клавиатура в нашем списке. Ведь дальше мы пойдем по возрастанию цены. Впрочем, клава неплохая. Есть 5 цветов подсветки, конструкция скелетон и свечи Kale Blue. Кто не знает, Kale Blue — это китайская версия Cherry Blue. Отличается только в цене и в шуме клика. Вторая клавиатура — это Renault 10487. Цена 1900 рублей. Это со скидкой. Здесь уже 6 цветов подсветки. Она может меняться по-разному. Стиль называется Теслада, который похож на RGB. Сама клава водонепроницаема. Свечи синие, но неизвестно от какой компании. Третья клава — это Aula F2012. Цена 2400 рублей. Вес 890 граммов. Самый главный минус этой клавиатуры — это отсутствие русской раскладки. Она обгоняет прошлые клавы по качеству подсветки материалу. Но если вы не любите клавы без русской раскладки, тогда эта клавиатура явно не для вас. Свечи также синие. Четвертая клавиатура — это MotoSpeed Inflictor CT104. Мало могу про нее сказать. Такие же характеристики, как у прошлой. Цена схожа. Правда, в продаже есть больше видов моделей с разными цветами. И последним в нашем ролике — это MotoSpeed CT108. Цена 3036 рублей. Клавиатура напоминает мне модели Corsair. Switch Blue Axis, RGB подсветка, 6 цветов подсветки, ну и опять отсутствие русской раскладки. Как же меня тут бесит. Но все-таки она довольно хороша. Для меня самая лучшая клавиатура является Metal Zero. Я не могу играть без русской раскладки, и поэтому я выбрал ее. И она довольно дешевая на фоне других. Вот и закончился ролик. Напиши, какая клавиатура тебе нравится. Я буду рад, как школьник с механикой. Если ты влепишь лайк, подпишись на канал. А с вами был Мист. Всем пока.